нет! Мы банкроты! Спокойно, предки. Я разберусь. Вау! Спасибо, доченька. Мы снова богаты. Фух, школа – это скука. Пришло время снять новый ТикТок. Венди, ты снова тратишь время на бесполезный ТикТок. Лучше сделай уроки. Я забираю планшет. Ну, мам, ТикТок мой лучший друг. Доченька, смотри, как папа быстро и умело повесит картину. Ауч, моя нога. Молоток хочет меня убить. Вешать картину очень опасно. Подожди, папочка, я все сниму на видео. Зацените, как мой папа вешает картину. Эй, куда же ты, картина? Хочешь убежать? Папа, мама! Смотрите, видео с папой набрало 20 миллионов просмотров, и мы получим много денег! У твоего папы столько талантов! Прощай, мой зубик, я жду тебя, зубная фея. Что здесь у нас? Молочный зубик. Вот, держи свою денежку. Эй, фея, здесь не один зуб. Придется раскошелиться. 100, 200, 300. Хватит? Вот еще сотня сверху, но это все. Венди, оставь свой ТикТок. Пора делать уроки. Иди в свою комнату. Ну, папа! Ладно. Ого, сколько просмотров. Папа ничем не хуже. Я тоже могу весело танцевать и собирать лайки. Это совсем не сложно. Вот так. И прыжки назад. Папа? А? Я забыла свой Simple Dimple. Что? С дочкой просмотры вырастают. Добавим сложные танцы. А? Что? Опять никто не смотрит. Ну почему? Пап, все хорошо? Сколько, сколько? Что? Сейчас миллион просмотров? Что? А где моя собака? А? Твоя собака у меня. Выкуп 50 баксов. Мой бедный песик. Ну что, ты принесла деньги? Да. О, мой сладкий песик, ты в безопасности. Ваша сдача, мисс. Спасибо, какой воспитанный вор. Хорошего дня. Отдыхай, мамочка. Я о тебе позабочусь. Мамочка, папочка. Теперь я буду вас содержать. Не бойтесь, я много зарабатываю. Что? Фух, ну и сон приснился. Венди, хочешь фокус? Есть палец, нет пальца. Вау,
Оп! И он снова на месте. Вау. Я тоже покажу фокус. Дай мне $100. Ну ладно, держи. Долларус разрывантус. Бум! О нет, моя сотня. Папочке плохо. Папочка, выйди из обморока. Вот тебе новая сотня баксов, даже две. А? Вау. Отличный фокус, детка. Идем играть на биржу. Смотри, Венди, уличный музыкант. Давай кинем ему монетку. Вы красиво играете. С вас $10. Мам, я хочу еще леденец. Прости, детка, у меня больше нет ни цента. Ну, мамочка! Вот, держи леденец, малышка. Спасибо, вы такой добрый. Возьмите деньги. Thank you. Вау, новенькая гитара? Откуда? Спасибо за помощь, приятель. Доченька, у нас с папой есть для тебя подарок. Новая машинка. Спасибо большое! Это очень щедрый подарок. Пожалуйста, Венди, наша девочка такая скромница. Где там моя реальная тачка? Вперед! Назад! Дочь, что с твоей комнатой? Здесь ужасный беспорядок. Убери немедленно. Не хочу, сама убери, если тебе это мешает. Ну ладно, а если так, запишем новый ТикТок, как ты быстро убираешь всю комнату. Вау, давай! Фух, быть блогером нелегко. Мам, я все убрала. Вау! Моя умница, отличная работа. И тебя ждет много лайков от мамы. Привет, семья! Что смотрим? О, мой телефон! О. Упс, прости, дорогая. Я все починю. Папа на все руки мастер. Ну вот, дорогая. А? О, Венди, ты меня снимаешь? Смотри, телефон совсем как новенький. Мам, держи новый айфон. Спасибо, детка. Это так мило с твоей стороны. Всем привет. Это последний тренд? Заклеенный телефон? Можно сделать селфи со звездой ТикТока? Вау! Это оно. О, сегодня годовщина у родителей. Чуть не забыла. С годовщиной мама и папа. Это вам. Вау, это пазлы. С нашим фото. Пазлы – это испытание. Ты справился, дорогой. Детка, мы собрали всю картинку. Спасибо за подарок. Это не все. Главный подарок внутри коробки. Это новая машина. Спасибо, Венди. Джастин, выйди из обморока. Я люблю вас, родители. Венди, ты опять записываешь ТикТок? А теперь вместе с родителями. Йо-хо! Мы лучшая семья на свете! Понравилось наше видео? Тогда пиши в комментариях, хотелось бы тебе стать самым богатым блогером и давать деньги своей семье. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.